Всем привет! Хочу приготовить быстрый ужин или обед. Давайте готовить. Нарезаю мясо на мелкие кусочки. У меня говядина. Также нам понадобится картошка, морковь, лук и тесто. Тесто у меня обычное пресное и немного томата. Нарезаю репчатый лук. Картофель нарезаю на небольшие кусочки. Наливаю масло на сковороду, обжариваю сначала лук, выкладываю мясо. Обжаривать мясо буду на сильном огне минут 10. Добавляю томат. Наливаю немного воды, накрываю крышкой и буду тушить на медленном огне минут 20. После того, как мясо потушилось, добавляю картофель, морковь. Все хорошенько перемешиваю. На этом этапе можно добавить соль, специи. Пока оставляем тушиться на медленном огне. Далее раскатываем тесто в тоненький пласт. Наливаю на тесто растительное масло. Хорошенько распределяю масло по тесту. Посыпаю все обильно укропом. И нарезаю на небольшие треугольники. Буду сворачивать в рулетик. Сворачиваю не очень плотно в рулетик. Так сворачиваем все тесто. Такое блюдо получается очень быстрым и очень вкусным. Если у вас осталось пресное тесто, вы можете всегда приготовить вот такое блюдо. Получается очень вкусно и очень быстро. Обязательно пробуйте. Подписывайтесь на мой YouTube канал, чтобы не потерять вкусные рецепты. Я собираю все свои заготовки. Вот так они выглядят. Добавляю все тесто к овощам и к мясу. Я забыла посолить, поэтому сейчас я могу посолить. Ничего страшного в этом нет. Наливаю воды. В этом блюде нет никаких пропорций. Все готовится на глаз, все на ваше усмотрение. Накрываю крышкой и готовлю до готовности минут 20-30. Как тесто наше приготовилось, добавляем по желанию специи, укроп, у меня замороженный. Все хорошенько перемешиваем. Пробуем тесто. Тесто у меня сварилось. Выкладываю на тарелочку, и наш ужин готов. Готовьте с удовольствием. Всем приятного аппетита!